Когда по стране начинаются новогодние празднования и люди усаживаются за богатый Дастархан, свою сложную спасательную миссию начинают они, охотники за любителями застолья. Они спешат на помощь тем, кто не знает меры в еде и не оставляет даже крошек на тарелке. Они придут к вам домой, если вы заправили салат не оливковым маслом или лимонным соком, а майонезом, и сделают чудодейственные процедуры. Охотники за любителями застолья спасают тех, кто не рассчитывал градусы и оказывается в плену увеселительных напитков. Охотники за любителями застолий не дремлют в праздничные дни, выполняют свое сложное дело. Как бойцы невидимого фронта, они всю ночь спасают граждан от последствий нездорового питания и вредных напитков. Относитесь с бережностью к своему пищеварению. Не забывайте о нормированном правильном питании, чтобы новогодний праздник не закончился встречей с охотниками за любителями застолья. С Новым годом, друзья!